добрый день. В общем, у нас что-то непонятное творится. Во всем мире снимают куртки, кофты и жакеты. В Испании одевают, на юге Испании. Заметьте, это пипец. Холодрыга, вообще дубак. Ветер дует, страшный, сильный, но уже с другой стороны еще холоднее. В общем, какой-то пипец. Всю ночь. Кто меня давно смотрит, знает, что сплю я не ахти как. Блядь, прячься. Прости меня, господи. Вот, а тут еще ветер дует в окна. И все жалюзи хлопают. В общем, всю ночь не спала, слушала, прислушивалась. В общем, пипец какой-то. Мужчина, вы куда? В общем, ветер ураган. У меня все цветы попадали. Там, где в спальне стояли. Я их даже не поднимала, потому что смысла нет, все равно попадают. Ветер прям. Я тут иду между домов, и то ветер дует. Знаете, вот в этих вот закоулках всегда такой сквозняк. В общем, пипец. Ну, когда же время поменяется? Когда будет тепло? Погода. Не время, а погода. А я платье одела. Иду вот теперь, сверкаю коленками, мурашки по сантиметру. Ужас. Правда, по сантиметру колется, иду. Мурашки колятся. Ой, не могу. И смех, и грех. Ой, пошла я домой быстрее, все задрыхла. Несмотря на то, что я жилетку одела, джинсовую. Все равно. Ни Испания, ни май месяц. Я так спешила домой, что нафиг телефон забыла на работе. Ну ничего, мне же сегодня все равно туда возвращаться. Блин, вот что ты воду разливаешь? Она у тебя свежая. Взял, разлил воду. Ты посмотри на него. Вот что тут делаю. Жарю картошку. Там у меня уже томаты с треской. Если вы не смотрели вчерашний влог, то заходите и посмотрите, как я все это делала. А буду я это кушать с жареной картошкой. Это сейчас покажу, как это все укладывается. Вот так накладывается картошка. Сверху уже треска с томатами. И вот так. Всем приятного аппетита. С утра была в платьишке, замерзла как цуцик. И думаю, ну его нафиг, одела джинсовый комбинезон. Прикол, блин, в мае почти в середине, ну не почти, а в середине мая замерзла. А море, кстати, с утра был шторм офигенный, а сейчас нет. Успокоилась, нет белых шапок на... Ну волны такие, с пеной нету. Но все равно до понедельника, по крайней мере, точно обещают плохую погоду. Зато на следующей неделе к нам идет антициклон. И уже к следующим выходным будет 27-28 градусов. Так что, лафа. Ну, хотя, знаете, вот сейчас иду, днем не холодно. Такие вот у нас облачно, но дождя не обещают. На севере там даже, представляете, снега идут. 12 градусов всего, прикол. Ну, снега идут, естественно, в горах. Я ненавижу эти мотоциклы. Они так трещат. Вообще, блин, оглохнуть можно. А что это бар закрыт сегодня? Сегодня же пятница, он закрыт. Очень странно. Из-за ветра, что ли? Забоялись, что ли? Ой, мой телефон. Я так по нему соскучилась. Мы такие завистливые стали от всяких этих гаджетов. Иду и думаю, а вдруг мне кто-то позвонил? А вдруг кто-то там смс-ку прислал? Ну, не смс-ку, а WhatsApp. Смс-ки сейчас, по-моему, уже никто не шлет. Ой, мой телефон родной. Как же я тебя могла забыть? Ну-ка. Посмотрим, сейчас посмотрим. Звонил мне, не звонил кто? Да, Чарли? Или кто-нибудь звонил или не звонил? Два. Давай. Заходи. Заходи. Так воняет. Лаком. Мой телефон, родимый мой, мигаешь тут без меня, да? Ой, видите? Так, все, кто-то звонил, буду принимать сообщения, отвечать на них.
Ветер вроде бы уже немного стих. Не так дует, как в этот, как до обеда. Я думала, будет холодно, чтобы пойти на пляж погулять с Чарли. Но, наверное, пойду. Немного пасмурно. Шторма нет. Хорошо. На пляже, правда, никого нету. Да уж. Инжир. Еще совсем маленький. Пойду погуляю. Замок. Слышите, как море шумит? Сейчас поближе подойдем и послушайте. Вообще не поймешь. Иду сейчас жарко. Утром было намного холоднее. А еще у меня вчера прикол такой случился. Вообще пипец. До 12 ночи сидела. Я смонтировала все. Начала обработку. И у меня, оказывается, лицензия закончилась. Ну, я все оплатила. Программу. И, короче, там новая программа. Вся та же самая. Я как ее открыла, я ее офигела. Все по-другому. То, что я монтировала. Ой, кто-то звонит. Муж звонил, говорит, а ты где? Я домой пораньше пришел, а тебя нету. Я говорю, здрасте, приехали. Я вообще-то сегодня работаю целый день. О, и правда, говорит, сегодня пятница. Сейчас в Алькампу поедем. В общем, открыл эту программу и офигела. Все по-новому, ничего не понимаю. Надо монтировать, музычку вставлять. Она у меня не вся не скачана. И это пипец какой-то. Я давай в старую программу, а там она код просит. Я не пойму, какой код из меня просят. Один ввела не тот, другой ввела не тот. Ой, смонтировала на новой кое-как. Даже не знаю, что получилось. Наверное, сидела... Часа два это все монтировала. Все, начала выводиться. Думаю, да, я залезу в старую программу. Это мне все равно не нравится. Вот, начала там какие-то коды искать. Телефон у меня тут, у меня на почта приходит на телефон. С телефона эти все. В общем, пипец какой-то. Ввела какой-то... не. В главное, на компьютере написано, введите код. А на телефоне номер продукта. Не написано, что это код. Но я просто наобум взяла и ввела. И все получилось. Аллилуйя. Я быстро остановила то видео. Ой, смонтировала на этом опять. Вот, в общем, 3 часа я вчера маялась. С видео пипец какой-то, говорю. А уже пообещала. Ой, блин, я же человек, знаете какой. Раз обещаю, то кровь из носа надо выполнить. Так что вот так вот. И такая фигня каждый год. Я постоянно забываю, что куда надо вносить. Так она нормальная, просто она обновилась, программа. И там совершенно, там темный лес. Надо разбираться. А у меня в той и музыка разная скачана. И все сохранено. Ужас. О, блин, жарко так вообще. В общем, у нас в воскресенье гуляночка намечается. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить мои гуляночки. Ставьте на колокольчик. И всегда будьте в курсе событий моих. Так вот, в Алькампу съезжу. Кое-что прикуплю, чтобы нам покушать. Я уже много раз рассказывала, мы собираемся, когда каждый от себя что-то везет. Ну, мы особенно в основном договариваемся. Вот, я сейчас тоже что-нибудь куплю.
куплю колбаски. Почему-то мне хочется колбаски. Там девчонка мне уже купила морскую капусту. Куплю колбаски. Что еще я хотела? Что-то еще. Ай. И подумываю тортик морковный сделать. Но это я только подумываю. Его там делают, правда, 5 минут. Ну, в роботе. Но я думаю. Охота мне это делать или неохота. Работа, работа, впереди на енота. Завтра же тоже целый день работаю. Вот мы и вышли опять на это. Я, правда, по таким не люблю степям ходить. Много клещей. Тут-то обрабатывают землю, а там нет. Но Чарли нравится. Ты где? Ой, на него сейчас такая шавка напала. Я не могу, чуть не умерла от смеха. Он йоркширский терьер. Там вообще с ладошку. Слышу, прям Чарли мой бежит такой. Бум-бум-бум. Чтобы я его на руки взяла. Я говорю, да ты что, на тебя тигр напал? Блин, такой засроха. Такой трусиха. Я вот в отдел колбаски пришла. Тут разные хамулы. Но нам это не надо. Я пришла, знаете, зачем? За колбасой. Которая вот... Это румынская колбаса. Это кто любит типа сервелада. Только, блин, не эту. Я, по-моему, вот эту беру. Салями. Видите, салями де хамон написано. Но я уже не помню, как. Или вот такой. Да, вот она написана. Мортаделла де верана. Мне вот такой нравится. Но она вся вот копченая. Это вот наши, как русские, сервелаты сырокопченые. Вот я их хочу. Это, кстати, тоже вкусное. У меня муж как-то покупает на рынке. Она похожа на ливерную колбасу. Кстати, надо ему сказать, чтобы он мне купил. Бутифара Бланка. Ой, вот это тоже, по-моему, похоже. Марго Папада де Сердо Агус. Блин, дорогая такая. 2,39. Ну, возьму. Это себе уже. Я просто ее обожаю. Что-то тоже новое такое. Это из головы колбаса. Сосиски разные. Блин, холодно, пойду фрукты. В принципе, в колбасы я все купила. Теперь пойду в фрукты. Холодно, идите, всякие вкусняшки. Я люблю всякую эту колбаску, но, блин, она на попе отражается не очень. Поэтому всегда прохожу мимо. Так, вот эти фуэт вкусные. Фуэтерия. Тоже очень люблю. Знаете, вот нужно брать, вот смотрят на, вот на плесень и думают, что это плохая. Но это нифига. И колбасу надо брать вот такую. Чем она тверже, тем она лучше. Видите, вот это вот вся твердая. А есть прям такая мягкая-мягкая. Вот это тоже мягкая. Ее просто нужно повесить где-нибудь дома, не в холодильнике, а просто дома. Чтобы оно подсохло немного. Потому что когда она не сухая, то она немного, ну, скажем так, недоделанная. Если можно так сказать. А эти вот хорошие, твердые. Вот эти вкусняшки тоже. В общем, все вкусняшки. Пойду в фрукты. Мне вот куда надо. Фрукты. А не всякие там колбасы, молбасы. Съездили в Алькампу, закупились немножко. Так, я закупила. Сейчас сидим, ждем. Там сзади у нас киоск есть, который продается... Батата, картошка, чипс. Чипсы, в общем, картофельные. Из картошки настоящие. Вот, муж хочет себе взять. Он взял себе анчоусы. И вот так картошку, сверху анчоусы. И он так будет кушать. Чарли мой тут сидит, плачет. Ке пасау? Ке пасау, мечику? Ке? Папе ушел, да? Иди мою лапу, да? Папе, он плачет. Сейчас картошку притащит и будет жрать картошку чипсовую. Ну, я у него тоже краду пару штучек. Так вот, у меня, конечно, машина такая грязная, пипец. Пылища. Вот в этом парке, там церковь, мы в парк в этот ходим с Чарли гулять. За этой церковью. А это вот остановка у нас автобусная. Мы, в принципе, стоим на автобусной остановке, где нельзя. Сейчас нас увидит. А вот ему картошка пришла.
Вот она. Уйди, это не тебе. Квантовали? 2 евро. Вот такой пакет, видите, только что сделанный. Вот что мы тут купили. Купила яблоки красные. Кстати, они пахнут яблоками. Нектарин. Первый в этом году. У меня вообще сейчас такие фрукты пошли, что вот первый в этом году. Я больше люблю нектарины, но и персики не люблю. Огурец вот такой. Вот про колбасу, которую я вам говорила. Это я вам тоже говорила. Это муж взял себе. Его картошка вот с этими анчоусами он сейчас будет есть. Маскарпоне взяла для торта. И вот такой вот шоколад тоже сверху полью. Но это у меня все в планах, посмотрим. А это мне себе на ужин, вот, спаржа. Вкуснятина. Ой, я аж 2 банки взяла, даже не знала. И дыня. Дыню взяли по запаху, она так пахнет вкусно, что ням-ням-ням. Все, больше ничего не купили. У меня тут стоит муж, ждет надзиратель, он хочет свою картошку с анчоусами, поэтому я пошла белье снимать сверху, чтобы она не улетела. Вот так вот все это выглядит. Берется картофелина с анчоусом и в рот. Всем приятного аппетита. Забастала бисквит для морковного торта, пирога. Рецепт у меня есть на канале. В плейлисте рецепты морковный торт. Вот такой торт. Вообще вкусняшка, неописуемый. Я его готовлю редко, потому что он вообще большой. Смотрите, сколько много получается. Ну и чтобы мне его не жрать одной, делаю на какие-то праздники всегда. Так что заходите, делайте, очень вкусно. Пирожок поднимается уже. Смотрите, какой он шикарный стал. Главное, чтобы не вывалился. А то у меня, знаете, бывает, поднимается, поднимается. И потом через края так. Блэк-блэк-блэк-блэк. И пипец. Собираю его потом по всей духовке. В общем, ему еще осталось буквально минут 40. А я пойду голову. В душ схожу. Сняла белье сверху, чтобы оно не улетело. Веревки все были запутаны, перезапутаны. В общем, вот так все. От ветра такого сумасшедшего. Окна не открыть. Я так люблю свежий воздух, но невозможно открыть окна, потому что все улетает. Надеемся, что скоро все закончится. В общем, вот такой вот сумасшедший день. Завтра суббота еще сумасшедший, потому что, наверное, работа будет. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться до завтра. Надеюсь, что у меня сегодня не будет никаких проблем с монтажом. Иначе, блин, до 12 неохота сидеть просто тупо за компьютером. Да. Ладно. Ничего страшного. Встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. И пока-пока, до завтра.